Привет, друзья! Российские военнослужащие ремонтно-восстановительных подразделений показали самодельный дистанционно управляемый транспортер. У транспортера нет названия. На нем установлены 4 мотор-колеса, и он способен развивать скорость до 20 км в час. В дальнейшем на него планируют установить стрелковое вооружение. Возможно, тогда его оснастят и камерами. Ну, это транспортная платформа как бы для перевозки БК, продуктов и вывоз раненых, когда это необходимо. Идея возникла тогда, когда я был в пехоте. Идея была наша общая с командиром. С Нового года сделано 8 единиц, 2 в работе, 5 уже как бы работает как бы на передних краях. Да, все тестируется, все какие-то недоработки устраняем, дорабатываем, модернизируем. Техническая составляющая, независимая подвеска, запас хода в районе 10-12 километров, грузоподъемность 150 килограмм. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.